Организаторы Астанинского экономического форума в этом году намерены побить все рекорды. Они зарегистрировали уже более 5000 участников мероприятия, а это на треть больше, чем в прошлом году. При этом регистрация будет открыта до самого конца форума. Об этом на специальном брифинге в правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики страны Руслан Даленов. Напомню, открытие форума намечено на 17 мая. Проходить он будет 3 дня. Подготовительные работы все завершены. Регистрация участников проводится. Здесь новация есть. Обычно регистрация на такие виды форума она закрывается за несколько дней. В этом году, и, наверное, может быть, впервые на фоне других форумов, по сравнению с другими форумами, регистрацию решили не закрывать заранее. Окно всегда открыто регистрации, как и в начале форума, в течение форума, и даже в конце форума. Если кто-то соизволит участвовать, можно зарегистрироваться. Гости уже прибывать будут завтра. Все договоренности есть, подтверждены.